Приветствую вас на нашем YouTube-канале Hard Reset Info. Сегодня хочу с вами провести тест разблокировки экрана по лицу на Google Pixel. Итак, хочу сначала вам показать, как можно сделать себе разблокировку по лицу. Для этого заходим в настройки. Так. Ищем тут защита и конфиденциальность. Нажимаем тут разблокировка устройства. И отпечаток пальца и Face Control. Пишем тут ваш пароль. И способы разблокировки тут Face Control. Нажимаем и тут можем добавить. Теперь попробуем разблокировать телефон. Все работает. Очень быстро разблокируете. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.